Дорожно-строительный сезон в Самаре в самом разгаре. Объекты, ремонтируемые по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», готовы более чем наполовину. Уже завершены 8 участков протяженностью свыше 7 километров. На улицах Академика Платонова, Самарской, Саранской, Авиационной, Энтузиастов, 7 и 5 просеках, а также в Колодезном переулке. Они преобразились благодаря ремонту методом больших карт, то есть по всей ширине проезжей части. Сейчас в работе 4 объекта протяженностью свыше 11 километров. Один из них – улица Гагарина. В год 60-летия первого полета человека в космос – космическая улица в перечне ремонта по нацпроекту. На улице Гагарина расположен сквер самарских космонавтов, который непосредственно примыкает к улице Гагарина и где ранее уже были выполнены работы по благоустройству данного объекта. Планируется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части с применением асфальтобетонной смеси тип А16ВН на площади более 15 тысяч метров квадратных. За сутки на улице Гагарина заасфальтировано порядка 4 тысяч квадратных метров проезжей части. Выполняем работу по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части на участке от 22-го партсъезда кольца в сторону промышленности. В состав нового материала входит более мелкая фракция щебня, полимерные материалы, благодаря чему асфальтобетонное покрытие прослужит гораздо дольше. Масштабный ремонт дорог оценили и самарские автомобилисты. Ездим каждое утро, можно сказать, по этому участку и делаю дорогу, хорошую дорогу. Когда ездишь по нормальному, по хорошей дороге, ты уже не смотришь на ямы и больше внимания переключается на дорожное движение. Уделяют внимание и инженерным коммуникациям. Люки смотровых и дождеприемных колодцев, например, будут на одинаковой высоте с новым дорожным покрытием. Параллельно в работе улицы Промышленности, Хасановское и Южное шоссе. В целом по городу таким карточным методом подрядной организации по нацпроекту обновят в этом сезоне 25 участков дорог местного значения. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.